Одна новость прекраснее другой. 38-летняя российская певица Максим, несколько дней назад выведенная врачами из искусственной комы, похорошела настолько, что уже сегодня ее переведут из реанимации в обычную палату. Об этом несколько минут назад сообщила в своем инстаграм директор Марина. И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами, пишет представитель Максим. При этом уточнено, сами доктора говорят, что случай такого благополучного исхода для Марины редкий и уникальный. Впрочем, впереди еще, конечно, длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать и общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено, информирует нас. На какой срок продлятся данные ограничения, пока неизвестно. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.